Сегодня на базе Дмитровской средней общеобразовательной школы номер 1 состоялся слет активистов школ Севера Подмосковья, реализующих деятельность РДШ. В рамках слета школы-участницы представили свои визитки и познакомились друг с другом. После торжественной части ребята разошлись по обучающим мастер-классам, а изюминкой мероприятия стала встреча с известными спортсменами, мастерами спорта по международному бодибилдингу, пятикратными чемпионами Романом и Анной Дудушкиными.